Всем привет, девочки и мальчики. Как ваши дела? Как ваше настроение? Сегодня я решила снять свои запасики. У меня немного их. Я беру понемногу. Ну, то, что есть, как говорится, я вам покажу. Храню я свои запасики вот в таком ведре. Ставим это ведро, крышечку уберем. Так, шуршание пакетов будет, извините. Такая вот песчаночка, килограмм здесь. Воду не пила. Как всегда. Песчанка. Это у нас Туркестан белый один. Вот такой вот один кусочек. Мой любимый. Но мне кажется, что он раньше был более мягкий, пыльный. Сейчас он какой-то пошел не такой. Здесь у меня голубая узбечка. Вот такие вот кучки. Здесь даже на чуть больше килограмма. Обожаю ее, но она твердая. Это у меня такой пакетик ассорти. Колотые кусочки небольшие. Белая гора. Такая улыбка. Новый осколок. Это вообще моя любовь. Здесь тоже килограмм. Это подарок от его.
Вот тут у меня глинки пошли, акация. Блин, какой же вкусный новый оскол. Акация. Это не акация. Здесь просто кусочек Астаны идеал. А вот она, акация. Мягко. Чуть-чуть там. Маленький, мелкий, маленький, говорю. Песочек там есть. Скрипит. А так на вкус вкусная глинка. Розовая пудра, девочки. Вкусная глинка, но жесть. Она очень твердая. Надо из нее как-нибудь пасту сделать. Расколола. Запах печки. О, пудры. Конечно. Уральская. Такой вот один кусочек. Минутку, девочки, воду надо взять. Взяла воду. Здесь у меня шумно. Я закрыла окна. Здесь постоянно ездят машины. Так что, девочки, так вот. Я думаю, вы меня поймете. Маячок. Самый твердый. Для меня глиномел. Но он вкусный. Сакура. Тоже скрипучая глинка. Не твердая. Астана идеал. Здесь у меня килограмм.
Вот такой кусочек Туркестан плитки. Мои любимые Туркестан белый и Туркестан плитки. Обожаю. Да ей по два. Она у меня так растаилась. Как-нибудь потом покушаем ее. Это что? А. Это глин как орал. Если честно сказать, эти глинки так себе. Для пасты можно. Как бы не зашло. Не зашли они мне. Так вот. Красивые такие все. Пасту сделаем. И такая вот красавица. Голд. Мягкая глинка. Скрипит. Хочу прям вот этот орео покушать. Так, Петропавловка и орео здесь. Давайте. Петропавловку я не пробовала. Классический мелок, не твердый, до конца крупинку. Сразу же растворяется, когда ты запиваешь водой. Такие вот запасики у меня, девчонки. Конечно, если бы это было бы не вредно, я бы, наверное, целый КамАЗ заказала бы. Ну, я иногда хочу перестать есть,
Но все равно не могу. Понемногу заказываю. И то, что у меня вот так вот лежит, а просто, как бы я не понимаю, просто хрустеть и выплевывать. Не знаю. Я ем. Но иногда могу там, если что-то не понравится, или когда много поем, выплюнуть. Но я в основном покупаю для того, чтобы есть. Потому что меня требует организм. Чтобы покупать, просто похрустеть и выбросить, я не вижу смысла. Лучше перестать есть. К чему я буду идти постепенно. В общем, вот так вот, девочки. Видно будет. Я мел ем с детства. Но я не ела 5 лет. Потом сорвалась. Начала есть. Если сейчас мои родители узнают, а вообще будет хороший скандал. Так что я не хочу и их расстраивать, и не могу как бы себе запретить. Ну все, девочки, пока-пока. Всех люблю, целую. До новых встреч.